Ну что ж, друзья, я вас всех приветствую. Мы немного отдохнули и сегодня будем выдвигаться дальше. Мы чуть-чуть перегнали наш броневик поближе к окну. Мы чуть-чуть будем дальше искать себе место под базу, как мы уже и должны были сделать. Так, ребят, сзади поедете, да? Ну давайте чуть-чуть. Так, надо подумать, куда нам вообще выдвигаться. Давайте откроем карту и посмотрим. Так, мы приехали где-то отсюда, да? Приблизительно поедем. Не знаю, что здесь вообще. Я вот думаю, ехать нам по путям или все-таки двинуть по дороге. Знаете, здесь вроде как Мэриуэзер проезжали мимо нас ночью на трех машинах. И вот сейчас мне интересно вообще, во-первых, куда они поехали, во-вторых, зачем. С ними еще проезжал какой-то автобус тюремный, синий. Сейчас будет там поближе до дороги, мы съедем на дорогу. Не агримся. Дороги пустые, пока не видно никого, ни Мэриуэзер, никого. То есть пока все чисто. Стоп. Стоп, 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 стоп. Это что там вдалеке? Ну-ка, давайте отъедем. Так, ребят, что-то там... По-моему, грузовички довольно знакомые стоят вдалеке. Это нехорошо. Блин, и зомби здесь поблизости. Нам бы шуму не наводить. Так, давайте, что ли, может быть, как-то объедем, посмотрим. По-моему, там кто-то есть. Что у нас там вообще происходит? Сейчас отойдем на безопасное расстояние. Так, ребят, давайте глянем, что у нас там вообще происходит. Ох, смотрите. Блин, это же Мэриуэзер. А, там какая-то сетка. Слушайте, это кто там сидит-то? Так, что-то там какие-то переговоры, по-моему. А там сидят три девушки. Блин, слушайте, это что, типа работорговля, что ли? Торговля женщинами? Наша Мэриуэзер, я знаю, что с выжившими далеко не коллеги, далеко не друзья. Давайте-ка чуть-чуть с другой стороны глянем. Сколько их там вообще? Пока вижу 6 человек. Так, вот там зомби ходят, но они почему-то не... А, Мэриуэзер, наверное, это... Они, наверное, все вымазались в крови зомби, чтобы не быть или как-то отпугивают их, я не знаю. Я уже слышал такую тему, что зомби не нападают. Вот они ходят рядом. Что-то там неладно. Вот, смотрите, три девушки, молодые, вроде стройные. Блин, надо что-то делать, надо как-то их, наверное, спасать. Так, Франклин за пулемет. Да, все как положено. Так, ну что, я не знаю. Так, ну давайте тогда попробуем что-то сделать. Я возьму пулемет, буду из окна стрелять. Во-во-во-во. Давай-давай, колбась. Так, давай-давай-давай. Вон они. Колбась их всех, колбась. Давай, убиваем. Всех-всех сливаем. Так, только по заложникам не попадите. Так, все. Так, все. Вот живой, да, еще? Так, все, нет здесь никого больше. Ну что ж, ребят, мы немножко здесь прибрались, машины выгнали наружу. Кое-что здесь собрали. Тут немного припасов было, патронов. И предлагаю пойти пообщаться с нашими, ну, с новыми подругами, узнать, что вообще здесь происходит. Давайте пойдем поговорим. Так, они вот тут прятались пока. Ну что ж, ребят, мы проводили этих дам, так сказать, в дорогу, отдали им автобус, одна из них умеет водить и неплохо, и они сказали, что им нужно проверить свои семьи, и если что, у нас есть координаты, где они могли остановиться, чтобы, так сказать, их найти потом и, ну, может быть, их взять к себе вообще в анклав, когда мы найдем себе базу, укрепим ее. Девушки симпатичные, все молодые, говорят, что вроде как не замужние. Там даже Франклин немножечко подсуетился, пока мы до утра там кочевали.
В общем-то, ну, пока едем дальше. Надеюсь, с ними ничего не произойдет. Мы дали им оружие, дали им автоматы, два пистолета. Так что, думаю, они справятся, если что. Мы тут немножко полазили по магазинам, кое-что взяли. Так, вот тут есть еще какие-то выжившие. Давайте посмотрим, нужна ли им помощь. И спросим, что вообще у них здесь происходит. Так, ну у них вроде все нормально здесь. Они отстреливаются. Ребята, вам не нужна помощь? Так, наша задача остается прежней. То есть мы сделали хорошее дело, отбились от Мэри Уэзер, выживших каких-то банды. Есть тут какие-то пропащие, что ли, как они. И едем сейчас дальше искать, так сказать, себе место под жилье. Пока я ничего похожего или ничего такого не вижу, ничего подходящего. Ну, в принципе, все нормально, я думаю. Найдем что-нибудь. Что-нибудь обязательно найдем. Так, что у нас здесь вообще? Давайте посмотрим. Так, машины стоят нерабочие. Так, здесь какой-то ангар. Так, есть тут какие-нибудь дома или что-нибудь такое? Поля. Ну, слушайте. Как потенциальное место для жизни, может быть, и имеет смысл рассматривать. Давайте посмотрим, что тут вообще есть. Аэропорт. Не, думаю, здесь делать пока нечего, наверное. Сейчас посмотрим еще что-нибудь. Ни помещение, ни здание, ничего. То есть нам тут ловить вообще нечего. Но здесь, короче, промзона, здесь нечего ловить, склады какие-то. Может быть, здесь можно найти какую-нибудь еду или продовольствие. Но это не сейчас. Нам сейчас даже класть все некуда. Так, здесь какие-то тоже складские помещения. Так, разошлись все нахер. Так, тут у нас озеро начинается. Кстати, в плане рыбы, я думаю, неплохой вариант. Так, здесь мой дом, здесь мой район, но здесь нечего делать. Здесь негде прятаться. Там есть база выживших, на которую мы не поедем с вами. Давайте сюда попробуем сгонять. Посмотрим, что здесь вообще. Ах, ну ладно, хоть помогли девчонкам. Что бы с ними там было? Ну, в принципе, и так известно, что бы с ними там было. Ничего хорошего, явно. Слушайте, ребята, а может рабочий вертолет? Может проверить. С вертолета-то, наверное, полегче будет вообще. Слушайте, давайте броневик запрячем здесь. Здесь уже все давно пошарились. Все уже давно знают, что тут ничего нет. Так, расстреливайте зомбаков. Они вроде далеко. Смотрите, тут самолеты, вертолеты, что хотите. Но самолет это немножко не для нас. Давайте попробуем на вертолете. Если он сейчас заведется, это будет замечательно. Так, ну-ка. Так, тумблеры. О, слушайте. О, полбака еще. Но ребята, смотрю, довольно-таки боятся на нем летать. Так, подумать, куда можно вообще отправиться. Вот я вот там место нашел. Давайте попробуем. Ну, вертолет это неплохо. Еще и рабочий к тому же. Может, чей-то. Так, слушайте, а что если нам поступить совсем дерзко и двинуть на лесопилку? И отдаленное, и вроде как и большое. А если уж там можно будет разместиться, то вообще будет легко. Вообще беспроблемно будет все. Там и материалов много, и всего. Заодно, может, по пути что-нибудь увидим. Тут есть здания, есть дома, но, понимаете, места такие, конечно, не очень. Вот островок есть хороший вокруг. Вот тут тоже островок есть. Но тоже надо строиться, причем полностью. Много есть вот таких мест, где можно было бы обосноваться, но везде. Я вообще никогда ничего не строил. Майкл хрен его знает. Франклин, молодой парень, вряд ли он со строительством имел дело. Так, давайте посмотрим. Вот тут вообще место замечательное. Тут глухомань, тут леса. Так, давайте расстреляем. Кто тут? Так, блин, а откуда тут столько зомби-то? Что они здесь делают? Смотрите, тут заборчик есть частично. Если мосты перекрыть, то можно тут вообще зависнуть. Блин, а сколько у вас здесь? Что вы здесь все делаете-то, а? Ну, на ночь здесь по-любому придется остаться, так или иначе. Тут вход-то есть какой-нибудь вообще? Вовнутрь.
Так, Фрэнк, много материала. Стройся не хочу, ребят. Реально. Нам нужны строители, ребята. Если мы хотим что-то здесь сделать, нам нужны строители. Иначе мы тут ни хрена не сделаем. У меня нету что-то, ни палатки, ничего. Ладно, будем так тогда. Так, у нас 5 утра. Теперь нам надо отсюда выбраться. Однозначно. Так, где тут можно спуститься-то вниз? Как вас здесь много? Давайте до вертолета как-то проберемся. Так вот, хорошо, хорошо, успели. Не, место здесь плохое, честно. Так, там лагерь врагов, и может быть у них РПГ какой-нибудь есть, поэтому не будем там. Да, ребята, задачка-то не из легких. Найти место. Так, а это что у нас? Отель. Отель это неплохо, можно посмотреть. Тут есть куда сесть? Давайте присядем, вот попробуем вот сюда. Смотрите, но если думать на перспективу, то в принципе отель неплохая вещь. На то, что здесь будет много народу жить и так далее. Конечно, огораживать его придется прилично. Много. Ну а еще одна. Оп. Так, ну что, давайте отель исследуем. Может быть, действительно здесь обосноваться. Здесь не так уж и людно. Если это можно так назвать. Так, хотя ладно, можете пока поохранять. Я сам посмотрю. Тут есть где жить-то вообще? Ну, смотрите, здесь есть помещение. Если их чуть-чуть почистить, там, я не знаю, может быть, обделать как-то, то очень даже неплохо. Эй, ребята, вы откуда? Вы откуда все здесь? Реально, хорошее место, ребят. Можно даже не брать весь комплекс в расчет, а взять исключительно какой-нибудь один блок и сделать его. Реально, давайте так поступим. Прибраться тут. Женщин привести своих. Пусть убираются. А так очень даже неплохо. Ладно, надо вернуться к ребятам. Так, ну чё, ребят, место в принципе найдено. Да, оно требует большой доработки, но оно найдено. И недалеко от моего дома. Что ж, ребят, давайте тогда тут и остановимся. Будем собирать припасы, возить. Надо грузовик надыпать. Один или два. Ну и как-то укреплять это. Сначала забор, соответственно, потом все остальное. Места много здесь, реально. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам нравится. Подписывайтесь и не забывайте проявлять активность в комментариях. Мы обязательно будем снимать долго, будем строить базу, будем оборудовать все, будем воевать с Мэри Уэзер и с выжившими. Как выяснилось, еще есть у нас банда одна. Ну и растить наше сообщество. Всем спасибо, до новых встреч, пока.